2017 год для Национального ядерного центра Казахстана стал одним из успешных. Об этом на встрече с коллективом заявил генеральный директор предприятия Эрлан Батырбеков. По его словам, речь идет не только о финансах, но и о реализации ряда проектов. Этим летом в рамках международной выставки «Экспо» совершен первый этап физического пуска отечественного реактора «Токамак». Имеются договоренности с зарубежными партнерами, в частности, о переводе наших реакторов на низкообогащенное топливо. Новые проекты появятся на территории бывшего Семипалатинского полигона. Если говорить о источниках финансирования, то только 25% это у нас бюджетное финансирование, 75% это те деньги, которые мы зарабатываем самостоятельно с нашими зарубежными партнерами, в большей степени в вопросах нераспространения, но и также безопасности атомной энергетики.